Ну, то, что у нас та ситуация, с которой сложилась с трауром по территории Украины, безусловно, она внесла коррективы в празднование дня города Мариуполь. Поскольку у нас программа трехдневная, она у нас предполагала пятницу, субботу и воскресную программу. Часть у нас мероприятий еще до введения траура, до этих трагических событий у нас состоялись. Это спортивные мероприятия на Азовстальском клубе еще в пятницу. Детские зоны, детские мероприятия в театральном сквере. К сожалению, в связи с теми обстоятельствами, которые произошли, мы вынуждены праздничный концерт, фейерверк, вот это основной парад, те основные такие события, от них пока отказаться. Мы на сегодняшний день ведем переговоры, безусловно, и с артистами, и с организаторами парада, с тем, чтобы все-таки они у нас выступили. Ну, другие даты, у нас еще праздников будет впереди предостаточно, мероприятий предостаточно. Мы сегодняшнее сейчас время посвящаем тому, чтобы все-таки провести переговоры с ними, договориться о их выступлениях на других мероприятиях нашего города. Этот опыт для нас новый. Надеюсь, он будет последний, связанный с такими событиями. Но все финальные переговоры, их результаты, мы сразу же, безусловно, вам об этом сообщим. Артисты все до одного были уже в городе Мариуполь, были уже готовы. Более того, даже многие уже собирались выезжать на саундчек, да, чекаться, проверить звук и быть готовыми к выступлению. Однако, тогда мы долго видели еще, когда событие произошло, ждали, будет ли указ президента, не будет. В связи с этим, поскольку когда он появился, мы быстро оперативным штабом начинали думать, смотреть в социальных сетях, как люди на это реагируют, как относятся к этому, принять целостное решение, что же нам и как правильно поступить. Мы видим уже даже после вчерашнего заявления Вадима Сергеевича Бойченко, что люди в целом все это поддерживают, разделяют ту горечь, которая произошла в Харьковской области, в город Чугуев, с пониманием к этому относится. Большое спасибо людям за это. Мы сегодня демонтируем уже сцену, разбираем ее. В понедельник установим, там, где у нас мешали, доустановим, доукомплектуем всех наших композицию из птиц. И уже будем работать над тем, чтобы запускать лазерное шоу. И проанонсируем и скажем всю дату, когда люди уже смогут прийти и посмотреть работающее лазерное шоу, которое уже на регулярной основе будет всегда в городе Мариуполь.